В сегодняшней моде коллекции оцениваются не только с точки зрения силуэтов и оттенков. Очень важную роль играют образы и характеры, ведь одна и та же категория одежды дает абсолютно разный ассоциативный ряд. Мягкие брюки с лампасом когда-то участвовали в гламурном стиле спорт-шик. Сегодня шик ушел, а спорт остался, став элементом стиля casual, а также перейдя в гранжевое направление, популярное в уличной моде больших городов. Платье – это не всегда женственно и романтично. Актуальный в этом сезоне униформенный стиль делает его острым и динамичным. Дизайнеры уже не первый сезон эксплуатируют тему платья-рубашки. Нам же это дает возможность носить его расстегнутым в сочетании с топом и брюками.